мечта страна сапожок. Мне волнует кровь, хочу туда попасть. Далекая Венеция, в сердце страсть. Мечтаю, как в детстве. Венеция, Венеция, мечта моя. Венеция, 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 мечта моя. Венеция, таинственный бой часов, старинных башен звон, город цветов, это не сон. Плыву в ночи дорогой луны, в ладонях ее серебро. Как жаль, что это мечты. Венеция, Венеция, мечта моя. Венеция, 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 мечта моя. Венеция. А в нашей деревне река с названием Совок. Да в общем-то не река, а так гнилой ручеек. Эй, от родных полей, эй, никуда не деться мне. Коробки до стога, эй, вот моя Венеция. Венеция, Венеция, мечта моя. Венеция, 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 мечта моя. Венеция, Венеция, река Совок. Венеция, мечта моя, река Совок. Венеция, Венеция, река Совок. Венеция, мечта моя, река Совок. Венеция, Венеция. Вот этот сюжет, который был показан про цирк Европа, мы, в общем-то, это не характерно, конечно, для совместных предприятий, но это искусство, и поэтому более, наверное, понятно нашим телезрителям. Но и вы, и тот человек из Франции, который говорил, все время умалчивают то, что они попадают в наш административный аппарат. И поэтому вы все боитесь каких-то репрессивных мер со стороны этого аппарата, что вы не получите аккредитацию здесь, что у вас не будет заключено нормальных, хороших договоры. Правильно или нет? Так, госпожа Кисина. Совершенно верно. Вот вы сейчас со мной соглашаетесь, понимаете? А вот так вот перед камерой никто почему-то об этом не говорит. Так, а может быть скажут? Вот у нас сейчас есть еще один представитель совместного предприятия. Я имею в виду Лукьянченко Виталий Никифорович. Он председатель Союза кооперативов Ленинграда и председатель кооператива «Веталь». И прошу, вы не боитесь говорить все? Три минуты ваши. Угу. Я просто хотел что сказать. Мы рассуждаем сейчас, говорим о кооперации. На сегодняшний день складывается такая атмосфера. Идет большой трактор. Пусть он гнилой, пусть он не способен ни на что, но мы выступаем против него с детскими лопатками из песочницы. То, что кооперация нужна, знают все. Потому что нету другого у нас просто выхода. И обсуждать вопрос, нужна кооперация или не нужна, даже как-то странно. Везде она нужна, везде она дает какие-то результаты. А вот именно в нашей стране почему-то она не может никак восторжествовать. Вот здесь, значит, есть какие-то иные силы, иные силы. То, что кооперация останется, это однозначно. То, что кооперация сможет поднять экономику нашей страны, это однозначно. И тем более это закрепляется сейчас, именно когда она уже просуществовала 3 года. Потому что есть эти силы на сегодняшний день. Для этого только нужны гарантии. Гарантии, чтобы человек мог вкладывать. Как только будут эти гарантии, мы способны поднять страну в течение 2 лет. Насчет совместного предприятия. Да, начиная с подвала, мы построили обувную фабрику, заключили с финской стороной договор на оборудование. Это выгодно, потому что оборудования у нас современного такого в нашей стране мало. Нам оно, конечно, естественно, не достанется. Получили оборудование, но сейчас мы стали перед огромной задачей. Где нам получить сырье? Фабрика готова. Ленвест есть в Ленинграде, фабрика. Это будет не хуже, чем Ленвест. Но этому Ленвесту помогал весь город. И строился он 3 года. Наша фабрика построена за год, не хуже Ленвеста. И мы хотели бы знать, где нам получить фонды на сырье. Мы готовы давать 2 миллиона пар женской обуви в год ленинградцам. Прошу в этом вопросе помочь мне.
Спасибо. Голоса народа нет. Вот я все время удивляюсь. Все специалисты говорят, а вот у меня сидят ребята, непосредственно я хочу вот сейчас дать время хотя бы для одной реплики Юрию Болдыреву, член Координационного совета Регионального союза стачечных комитетов Донбасса, который, правда, сюда приехал не по этому поводу, но мы просто используем вот его в нашей теме. Пожалуйста, Юрий. Я бы хотел вернуться немножко назад. Отчего существует непонимание между населением и кооператорами? Мне кажется, что государство допустило крупную ошибку, когда разрешало кооперативному движению появиться на свет. Нужно было, по всей видимости, провести денежную реформу и таким образом уничтожить все грязные деньги. Но это сделано не было. Аргументы, которые я знаю из прессы, меня не убеждают. Ну, аргументы против реформы. И вот в результате того, что в преступном мире были огромные средства, которые хлынули в кооперацию для того, чтобы быть отмытыми, и существует то положение, которое мы видим. Если бы эти средства были изъяты путем реформы, то, я думаю, ситуация была бы существенно иной. Спасибо большое. Я думаю, что у вас появилось огромное количество оппонентов сейчас среди наших зрителей, но мы хотели бы услышать хоть один телефонный звонок. Пока телефоны молчат. Давайте мы продолжим нашу передачу с помощью сюжета, который мы сняли в Москве в одном из совместных предприятий. Пусть предприятие не характерно, тем не менее оно существует. Так все было красиво. Хрустальные искрящиеся фужеры, строгие в накрахмаленных бабочках официанты, величественно вышагивающие вдоль столиков. Изысканные блюда, точно с картинки. Знаешь, вот когда я вижу такое меню и такие, так сказать, вещи, мне тоже опять хочется взяться тоже за ружье. Я думаю, многие телезрители меня поддержат. Потому что это опять не по нашему карману, не для нас. Вы так же считаете? Вы знаете, я думаю, что мы все время смотрим на какие-то негативные явления, никогда не задумываясь о том, в чем же причина-то всех этих явлений. Я вот хочу сказать, что пока мы не поймем, что фундаментальные вопросы построения нашей экономической системы решены неверно, мы, решая частные вопросы, никуда далеко не уедем. Вот 70 лет назад наши вожди повели народ по бездорожью, в том числе и по экономическому бездорожью. Мы живем в нелепой, придуманной Карлом Марксом экономической системе, где все наоборот, где все не так, как в нормальной экономической системе. У нас плановая экономика, у них рыночная экономика. У нас тотальная госсобственность, у них плюрализм всех форм собственности, включая частную. У нас оплата по труду, у них оплата по результатам труда. У них свобода предпринимательства и торговли. У нас свобода предпринимательства запрещена. У нас марксистские затратные цены, у них рыночные полезные цены и так далее. То есть мы живем в другой системе координат. И не просто в другой системе, а в абсурдной системе координат. Вот посмотрите, возьмем какой-нибудь, один из основных вопросов производства, вопрос о том, что и сколько надо производить, вот как он решается в разных системах. В рыночной экономике вопрос о том, что и сколько надо производить, этот вопрос решает население. Оно планирует постоянно производство товаров, осуществляя, проводя в жизнь концепцию непрерывного планирования. То есть каждый день, каждый час, каждую секунду, каждый член общества, осуществляя акты купли-продажи, своим рублем голосует за то, что и сколько надо производить. Да мыслимо ли дело вот такую огромную планирующую организацию, как рынок, заменить на какие-то госпланы министерства? А наши экономисты, марксисты, решили рынок заменить на план и вознамерились запланировать жизнь аж даже на 5 лет вперед. И просто не просто сделать 5-летний план, а сделать план как закон. И вот именно этот 5-летний план как закон, он приводит к тому, что мы производим массу ненужных товаров, никому не нужных, а нужные находятся в постоянном и хроническом дефиците. Ведь это о чем происходит? Жизнь постоянно динамически меняется. Каждый день происходят научно-технические открытия, новые технологии внедряются. Меняется мода, стиль, динамика в жизни происходит. У нас все меняется раз в 5 лет. А в течение этих 5 лет
Производитель должен производить не то, что требует изменившаяся жизнь, а то, что требует план. Спасибо. Пока мы не поймем. Простите, простите, Владимир Иванович, Владимир Алексеевич, да, я им представил. Владимир Алексеевич Иванов, замдиректора по научной работе Всесоюзного центра Государственного комитета СССР по науке и технике Академии наук СССР, кандидат технических наук, представитель Российского народного фронта. Кто ответит Владимиру Алексеевичу? Володя, можно начать замечание в ваш адрес? Все-таки у нас передача посвящена обсуждению проблем кооперативов и совместных предприятий. И я не понимаю, почему товарищ Иванов использует эту возможность для того, чтобы экономическую часть платформы фронта, Национального фронта России, здесь пропагандировать. Я считаю, что сейчас здесь не место этим заниматься, потому что если вы мне дадите 10 минут, а не 3 минуты, я готов с ним теоретически спорить. Но я хотел бы вернуться к кооперативам, если позволите, изложить точку зрения свою по кооперативу. Геннадий Иванович Янаев, заместитель председателя ВЦСПС. Учитывая, что именно профсоюзы явились возбудителями общественного мнения в связи с проблемой кооперативов, и причем очень часто точка зрения профсоюзов, она просто-напросто излагается некорректно. Профсоюзы пытаются, после того, как мы приняли заявление на 6-м пленуме об извращениях в кооперативном движении, профсоюзы пытаются представить как сторонников тотального крестового антикооперативного похода. Я бы хотел изложить корректную точку зрения в отношении кооперативов. В чем ее суть? Мы считаем, кооперативы надо развивать. Развивать не так, как мы их развиваем сейчас. Развивать более активно. Нормировать или регулировать деятельность кооперативов с помощью экономических законов, экономических методов, а не силовым образом. Я считаю, что те кооперативы, которые производят товары и услуги, и реализует эти товары и услуги по государственным ценам, всегда могут рассчитывать на поддержку профсоюзов. Это корректная позиция. В то же время нас беспокоит, и мы при этом отражаем интересы трудящихся, потому что опрос, проведенный центром товарища Заславской, показал, что 91% населения страны очень беспокоит факт спекулятивных цен, которые присутствуют в кооперативах. Скажите ли, нравственно ли, когда у нас свыше 40 миллионов человек получают доход ниже 70 или 70 рублей, продавать мужское пальто, которое стоит в государственной торговле 170-200 рублей за 700 рублей. Слушайте, а посмотрите, что творится в медицинских кооперативах. 1098 медицинских кооперативов. Только 8 кооперативов, которые ориентированы на обслуживание больных, и 10 реабилитационных кооперативов. Все остальные это стоматологические. Для того, чтобы в стоматологическом кооперативе вставить коронку с наполнением, с наполнителем или с напылителем, как это называется, причем заготовки делаются на базе государственной поликлиники, и самая конечная операция делается в кооперативе. В государственной поликлинике 8 рублей 40 копеек, в кооперативе 37 рублей. Разве это нравственно, когда в кооперативе «Авангард» в Кременчуге наценки на отдельные виды продукции достигают от 900 до 1500%? Я думаю, товарищ Тарасов, мы сейчас находимся в таком положении, когда и профсоюзы критикуют, и вас критикуют. Альфред де Мюссе говорил, что критиковать можно то, что достойно критики. Я бы хотел вам сказать, что кооперативы должны от пены освободиться, от спекулятивных кооператоров освободиться. Именно они дискредитируют кооперативы. И если кооперативы будут, как жена Цезаря, вне подозрений, ваш авторитет, ваше доверие у народа будет высоким. Можно спасибо, Геннадий Иванович. Вопрос. Спасибо. Один вопрос. Будьте можно? Добры. Геннадий Иванович, да. Я хочу задать вам один вопрос. Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, разве нравственно запрещать всем, без исключения кооперативам, продавать товары по розничным ценам? И нравственно ли продавать их с коэффициентом 3,6? Я полагаю, что этот вопрос не ко мне, во-первых. Я считаю, что безнравственно запрещать кооперативам действовать в рамках закона.
и безнравственно обирать трудящегося цивилизованно среди бела дня. Спасибо, Геннадий Иванович. Спасибо. Геннадий Иванович, еще один вопрос. Извините, у нас просто вот ко мне пришла интересная газета «Днепровечерний». Не далее, как завтра, на исполкоме будет вот заслушан проект решения, который у меня в руках. Я просто хотел бы узнать ваше мнение по этому поводу. Здесь введена квота участия трудоспособного населения в кооперативах. Значит, для кооперативов, которые специализируются на производстве товаров народного потребления, до 20%, которые на оказание услуг 30%, строительных 40%. И далее предлагается взимать 3000 с кооператива, который берет с предприятия подготовленного специалиста к себе, переводит. Вот, 3000. Я не знаю, я, например, понял это как какое-то ощущение крепостного права, которое 100 лет тому назад, ну, с лишним лет тому назад было отменено. Вы знаете, я хотел бы быть все-таки широким человеком, когда я говорю о кооперативах. Мне кажется, да, что нам надо кооперативы, во-первых, действительно регулировать их деятельность с помощью закона. И, Владимир Александрович, дорогой, я рассчитываю, что Верховный Совет примет корректные поправки к закону о кооперации. Раз. Второе. Я считаю, что нам надо освободить кооперативы от диктата местных органов власти. И, в-третьих, я считаю, что нам надо помочь кооператорам, здоровым кооператорам освободиться от спекуляции, от взяточничества и от рэкета. Спасибо, Геннадий Иванович. Дело в том, что у нас еще есть материал, связанный с профсоюзами, так что, если вы не возражаете, мы еще раз с вами встретимся. Мы все время шарахаемся от одной темы к другой. Вот что нам мешает? Нам мешает ощутить себя, в конце концов, творцами, наверное, своей судьбы. Вот это... забытая строчка, никто не даст нам избавления, от шарахания, Народный фронт, идите к нам, мы собрались тут, головастые кандидаты, мы спасем, ОФТ, нет, мы спасем, МДГ, мы спасем, никто не спасет. Эти мыльные пузыри лопнут, значит, меры-то мы должны искать экономические, и вот в этом плане и надо бы, было бы, наверное, посмотреть на кооперацию. А что вообще случилось? Почему в кооперации человек работает? Почему у него глаза зажглись там? Значит, найден экономический рычаг, когда человек начал в несколько раз производительнее работать. Вся хитрость в том, что человек не окончательно хозяином стал в кооперации, но приблизился к хозяину. Да. Говорим верно, направление с кооперацией верно. Выбираем это же направление по всему государственному сектору, но тогда весь пакет законов мы должны рассматривать так. Берем закон, допустим, о единой системе налогообложения. Стимулирует он меня как производителя работать более производительно или нет? Закон о соцпредприятии стимулирует к более производительной работе или нет? Если нет, отбрасываем. Ну, вскользь, вот закон о налогообложении. Изымается около 70% созданного моим трудом продукта. Буду я работать? Не буду. Не буду, как предыдущие десятилетия. Весь мир уже отстегнул черту, которую нельзя переступать. То есть налог не должен зашкаливать за 50%. У нас зашкалило далеко, далеко за 70. И когда в кооперативе начинает выплачиваться не 30% зарплаты, а 60% от прибавочного продукта, мы поднимаем виск, а они перекачивают деньги в зарплату. Да весь мир стоит только на том, нужно платить за работу. Вот главный, наверное, вывод, который заставила уже сделать нас кооперация. А как пойдем мы по этому выводу, ну, зависит. Вот. Николай Травкин, народный депутат СССР. Виктор Александрович Семенов, директор совхоза «Белая дача», Подмосковье. О кооперации здесь мы говорим много, но я хотел одну мысль сказать. О том, что все противоречия, которые существуют между двумя системами, кооперативными и государственными, заложены в тех противоречиях, которые находят место сейчас в двух законах о кооперации и о государственном предприятии. И, наверное, пока будут существовать два этих закона в том виде, эти противоречия не только не пропадут, они будут и далее усугубляться. И я, как, в общем-то, сторонник теоретической кооперации, в своей повседневной деятельности очень часто вынужден становиться противником кооперативного движения. Почему? Конкретный пример. Очень часто бывает так, что кооператив, производя какую-то деятельность, давая меньшую производительность труда, имеет возможность дать большую оплату труда в данной деятельности. Как можно, какой логикой объяснить эти законы? Логикой только несоответствие двух этих законов. На сегодня идет тенденция
приближение кооперативов к государственным предприятиям. Наверное, это все-таки неправильно. Или должно быть встречное движение в этих двух законах, а скорее всего приближение государственного предприятия к кооперативным системам. Только таким образом можно избежать этого противоречия. Был момент, когда нас срочно попросили подготовить мнение о готовящемся сейчас законе об изменениях, дополнениях закона о кооперации в СССР. Нас, я имею в виду, Союз кооператоров. Так уж получилось, что я должен был писать это мнение и взять на себя. И я написал вот что. Что кооперация готова забыть слово «кооператор», дискредитированное сегодня в глазах народа искусственно. Если выйдет один закон о народном предприятии, если любая форма народного предприятия будет жива, и, наверное, правильно здесь говорил вот предшественник об этой новой форме какой-то такой государственно-народной, народное предприятие, но почему его не сделать? Почему не отдать государству все это мелкое, среднее, да и крупное нерентабельное производство в руки рабочих, чтобы сами они спланировали, что выпускать, и чтобы диктовались сразу цены, и чтобы реальностью стали разговоры о рынке, которого у нас нет и не может быть в системе монопольной, хозяйственной, вот той, ну не знаю, структуры, которая сегодня существует. И я так и написал, давайте один закон о народном предприятии, который будет сделан на базе закона о кооперации. И кооператоры с радостью перестанут называться вот этим словом, которое ассоциируется теперь с жуликами. Я все-таки уверен, на 99% не по нашей вине, а по специальным действиям, предпринятыми организациями, желающими дискредитировать кооперацию. Trick of that.
Николай Николаевич Гончар. Николай Николаевич представляет местную власть, если можно так сказать. Да, Николай Николаевич? Вы возглавляете райисполком Бауманского района города Москвы, но при всем при том вы еще и кандидат экономических наук. 3 минуты ваши. Мы все считаем, что людьми управляют люди. А вот японские организаторы туда считают, что людьми управляют условия. Я хотел сказать, что это совершенно справедливо и к тому процессу, в котором сегодня развивается кооперация. Ведь вы посмотрите, изначально закон, который был принят о кооперации, ну как будто специально создал условия для того, чтобы негативная сторона этого процесса развивалась наиболее высокими темпами. Ну, скажем, взять вопросы кооперации в сфере общественного питания. Существует 3 уровня цен, и во всем мире кооператор покупает по любой, ну, самой дешевой цене, а государство регулирует уровень продажных цен. У нас мы сказали, что кооператоры должны покупать на рынке. Но всем же понятно, что он будет покупать в лучшем случае в магазине, а в худшем случае на оптовых базах по оптовым ценам, а за счет разницы и возникает вот тот уровень неправедных доходов. У нас государство взяло на себя право формировать экономические условия для любых форм экономической деятельности, в том числе для кооперации. И ответственность за то, как эти условия будут сформированы. Я считаю, что закон о кооперации был первая его редакция, и тот документ, на основании которого кооперация начала работать, исключительно неудачным. Мы многократно задавали эти вопросы работникам Министерства финансов и многих других государственных органов, и аргументированных ответов не получили. А сегодня получается ведь вот какой интересный парадокс. Значит, вот эти недостатки местные органы власти должны сейчас в конкретных условиях, в том числе и в условиях сложившегося неудовлетворения деятельностью тех или иных кооперативов, компенсировать. Да, действительно, Артем Михайлович прав. Мы приняли на сессии районного совета решение приостановить регистрацию кооперативов. Приостановить для того, чтобы разобраться в этом процессе у себя в районе. И я считаю, что районный совет имеет на это право. Более того, это решение было принято по инициативе районного союза кооперативов. Это была потребность у районного союза внести ясность в этот процесс и избавиться, прямо хочу сказать, избавиться от тех кооперативов, которые сегодня дискредитируют этот, безусловно, общественно необходимый процесс. Я считаю, что и мы, и те, кто поступил аналогично, сделали правильно. А можно я вопрос задам один? Опять же, по поводу Днепропетровска. Здесь тоже приостановлена регистрация кооперативов, и устанавливается вот то, что будет завтра обсуждать на сессии Днепропетровского исполкома, горосполкома, извините. Говорят, что должна идти до 1 января перерегистрация. Тот, кто будет не перерегистрирован, понимаете, тот кооператив закрывается. Вот это же совершенно антизаконная акция. Таких решений наша сессия не принимала. И нет, я думаю, ваши отношения, спрашиваю, не естественно. Я думаю, что это неправильно. Кроме всего прочего, кооперативы действующие, участвуют в конкретной экономической деятельности, могут понести убытки. И если эти убытки будут по вине, скажем, исполком Бауманского райсовета, то нам придется в соответствии с законом их компенсировать. Нет, речи о таких акциях не идет. Речь идет об объективной необходимости разобраться в этом процессе. Нет, меня в данной ситуации интересовало ваше мнение по поводу вот Днепропетровска. Мне кажется, что я его сформулировал. Спасибо. Закрывать кооперативы сегодня действующие, если для этого нет законных оснований, нельзя, конечно. Если они не прошли перерегистрацию. Ну вот этот нюанс о перерегистрации в каждом конкретном случае нужно разбираться. Спасибо. Спасибо, Николай Николаевич. Александр Шульгин. Такой вот поступил телефонный звонок из Южно-Сахалинска Нестерова. Кооператоры и кооперативы отражают состояние экономики в стране. Они, как пионеры, показали, что самые умные и профессиональные идут в кооперативы. Это утверждение относится к вашему музыкальному кооперативу? Да, безусловно, потому что у нас работают специалисты во всех областях, которые связаны с музыкальной сферой. Преимущество нашего кооператива перед государственной организацией заключается в том, что те функции, которые необходимы для выявления ярких творческих индивидуальностей и оказания им каких-то услуг, государственные организации должны обращаться за поддержкой или заключать договора с другими государственными организациями. У нас же все виды услуг, все люди, которые выполняют эти функции, работают у нас в кооперативе. И непосредственно оказывает помощь
артистам и творческим коллективам. То есть это более гибче, более удобнее, но предположим, более быстрее. Предположим, нас сейчас смотрит вот, ну, по всему Советскому Союзу программа «Взгляд». Кто-то, какая-то группа существует или какой-то там автор-исполнитель, не знаю. Вот, но он не может просто прорваться, и у него нет денег. Вот ваш кооператив в состоянии помочь этому человеку конкретно? Так, а мы только так и работаем. Мы не пошли по коммерческому пути. Мы не стали работать с артистами, которые достаточно уже популярны. Мы не стали амортизировать ихнюю популярность и прокатывать, делать концерты или другие какие-то коммерческие акции. Мы находим только молодые коллективы, которые не способны в данное время бороться, конкурировать с какими-то ихними именитыми коллегами. Мы оказываем им все технические услуги, предоставляем студию, инструменты, необходимую рекламу. Но в чем же ваша выгода? Ведь она все равно должна быть. Вы не просто, так сказать, такие филантропы. Безусловно. Но не посеешь, не пожнешь. Виктор, я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Вы согласны, что вот искусство и кооперация, они могут стоять рядом, на одной ступени? Ну, знаете, наверное, да, потому что с тех пор, как возникла кооперация, я на своем примере, я уже могу не работать кочегаром, не кидать уголь, а могу заниматься своей музыкальной деятельностью. Вот, потому что могу уже, вот теперь, там, не прошло там, и 7 лет, в конце концов, этим как-то обеспечить свою жизнь. Это, наверное, не только благодаря кооперации, а прежде всего благодаря вашему искусству. Ну, тем не менее, искусство, оно было и раньше. Однако... А ваше личное отношение к кооперации, Виктор? Ну, сложные отношения. Я считаю, что кооперация – дело очень нужное. Единственная проблема в том, что вот ее упрекают все в спекуляции. Вот. Ну, я считаю, что, во-первых, у нас государство занимается спекуляцией в особо крупных масштабах. Во-вторых, значит, закон такой или власть слабая, если находятся жулики, которые могут его как-то развернуть. Наши окна не видят.
хотел бы сейчас продолжить передачу сюжетом, который нас бы из области искусства перевел бы в другую совершенно область, в которой большинство из нас, как мне кажется, связаны. Случалось ли вам так, что не доливали бензин? На каждой заправке. Давно работаете? Шофером? 10 лет. За 10 лет на каждой заправке вам не доливали? Да, обязательно. 2-3 литра это стабильно. Вы говорите, это естественно, что не доливают? Да, 5 литров всегда обманут. Скажите, а вот за то время, которое вы работаете, было ли так, что у вас была недостача? Меньше немножко там бывает, но совсем мало. Как вы думаете, а почему, откуда она берется, эта недостача? Короче говоря, зимой холодно на улице, температура ниже нуля. Резервуары находятся на поверхности земли, на нефтебазе. У нас они находятся под землей. Соответственно, когда приходит бензин в бензовозах холодный, его туда сливают, он значит нагревается, получается у нас излишки. Излишки. Летом жара на улице, бензин расширяется на поверхности земли. Значит, когда мы его сливаем под землю, он, естественно, сжимается. А что вы делаете с излишками, когда они возникают? Мы их ничего не делаем. У нас дебет с кредитом сходится. Вот в принципе, не подталкивает ли такая инструкция работников ИЗС каким-то вот махинациям с бензином, как вы думаете? Не конкретно я о вас спрашиваю, а вообще? Знаете, наш кооператив, значит, задача, вернее, ту, которую мы поставили перед собой, это создание вот этой системы объемно-массового, значит, метода измерения. Что приведет к этому, значит, любой оператор на автозаправочной станции кооператива будет чист перед совестью и законом. То есть, ну, законом в плане, он будет чист после того, как мы, выплатив стоимость нефтепродукта сразу в бюджет, будем его реализовывать. То есть, практически, значит, при создании кооперативной системы реализации нефтепродуктов через ЗЗС создаются такие условия, при которых бюджет государства получает деньги сразу же. То есть, еще до реализации нефтепродуктов. У нас по нефтегазе, вот ваше предложение, ни один работник не поддерживает. Мы не хотим с вами работать. В вашем кооперативе, пожалуйста, эксперимент проводите. Вам предлагалась заправочная станция. Стройте ее, а мы посмотрим, стоит с вами работать или нет. Работаем мы нормально. Директор наш устраивает нас. Нам устраивает та работа, как мы сейчас работаем. Итак, ситуация парадоксальная. Кооператоры хотят навести порядок там, где происходит, ну, скажем так, не очень честные операции, в данном случае с бензином. Слово вам, Терещенко Борис Леонидович, начальник отдела по борьбе со спекуляцией, главного управления БХСС МВД СССР. Ну, я считаю, что, конечно, и кооператоры, равно как и государственные предприятия, могло бы навести порядок в этом деле. Я как понял, смысл заключается в том, чтобы выкупить материальные ценности и потом, так сказать, за них отвечать. Да, это один из таких реальных путей обеспечения сохранности и, в общем-то, профилактики, что ли, вот таких явлений. Кооператоры ваши друзья по этому сюжету судя. Значит, тут я еще раз повторюсь, что неважно, кооператор или кто. Мы и в торговле, допустим, если торговля берет на аренду оборотные средства, то таким образом, так сказать, там ликвидируются многие негативные явления. Я что хотел бы сказать. Дело вот в чем. Мы стоим на какой позиции, что любое укрывательство, посягательство на интересы государства или потребителя должно материально караться, наказываться. Речь идет не об уголовном каких-то, так сказать, об уголовных репрессиях. Речь идет о материальном, прежде всего, воздействии. Поэтому, неважно, из каких там сокрытий доходов, там банкротство, нарушение порядка цена, некорректное ценообразование и так далее. Важен сам факт посягательства на закон, сам факт. Вот как раз у нас, поскольку не хватает материальных рычагов, в нашем финансовом праве,
хозяйственном праве, значит, вынуждены включать уголовные репрессии. Но ведь это не, в принципе, не решение вопроса. Но ведь спекуляция. Чтобы избежать, можно просто спокойно давать взятки. Значит, здесь затронули вопрос о спекуляции. В принципе, спекуляция в современном понятии, которое есть сейчас в Уголовном кодексе, скупка и перепродажа с целью наживы, в условиях развития рыночных отношений, она уже, так сказать, несколько меняет свое понятие. Спекуляция в том смысле, в классическом, который существует во всех странах, это когда специально сдерживается, так сказать, товар накапливается для поднятия цены, это одно. Другое дело рыночные отношения и вот эти посреднические. Неважно, кто занимается этим, частное лицо, значит, кооператив, государственное предприятие, важно один принцип. Это должно быть контролируемо, и это должно влечь за собой жесткие санкции в случае нарушения, так сказать...